о дизайне и в чем концепция этого проекта? На самом деле дизайн был придуман не так давно, но концепция у нас в голове сидела уже какое-то время. Концепция, которая из строгого 911-го могла сделать некое существо нестандартное вот, видение. Если культовый автомобиль 911 и, в принципе, марка Porsche, это очень строгий дизайн. Это плавные линии, это лаконичность. Нам интересно было сделать что-то более дерзкое. И таким образом появился Venom. Это некий симбиот, некое существо, которое олицетворяет какие-то две стороны противоположности. И таким образом у нас получился этот проект. От родных деталей остались только двери, крышка и крышка багажника. Все остальное навесное оборудование поменено. Капот, крылья, передний бампер. Здесь есть достаточно уникальная часть. Это нижняя часть порога, то есть само расширение. Оно начинается спереда и переходит в заднее крыло и заканчивается только здесь, над фарой. Вот эта часть увеличена на 2,5 сантиметра и вверх на 1,5. То есть вроде мы видим такое заводское крыло, на самом деле это абсолютно новый элемент, который и дал ему вот такую уникальность. А какие-то новые элементы еще будут? Будут какие-то незначительные изменения. И также, возможно, либо этот проект, либо последующий будет создаваться на углеволокне. Здорово. А какие элементы будут из углеволокна? Задумка сделать, в принципе, все с разделением тона, с разделением, возможно, рисунка, с разделением лака, сатина, мата, либо глянца. А если говорить о минимальной версии, то практически все вот эти вставки, элементы, которые сейчас в таком интересном цвете граффити, сплиттера нижние, сплиттера вертикальные, вставки в крылья, в капот, они также будут из углеволокна. Все началось, и, в принципе, сам дизайн начался с одной линии. То есть, если до этого я мог неделю размышлять о том, как я могу вот собрать в кучу что-то для 911-го, то здесь я, нарисовав одну линию, практически за полчаса накидал весь концепт. И эта линия именно, вот она начинается спереда, мы к нему перейдем, и продолжается по всему автомобилю, везде подчеркивается. Это одна линия горизонтальная, которая разделяет весь автомобиль, разделяет верхнюю и нижнюю часть бампера. Была задумка о том, чтобы сделать необычный спойлер, не просто массивный, а чтобы он дал агрессии, но при этом оставался в стиле Porsche. И таким образом мы сделали его двухъярусным, с двойными ножками, которые переходят у нас вниз по дизайну на стопы. То есть вот здесь у нас элемент стопов новых, тоненьких, дополнительных, чтобы передать именно больше агрессию спорта. Это все-таки отношение к Venom'у. Из двух цветов, и желтый цвет — это, скажем так, цвет яда, а Venom — это существо ядовитое, поэтому желтый. Ну и, соответственно, так совпало, что у нас и суппорта на Porsche — это стиль Porsche желтого цвета. И оно, на самом деле, очень интересно смотрится и сочетается. Она переходит от основания диффузора и до переда, вернее, если говорить, начинается оттуда. А вот эта линия, за которую мы говорили, сейчас я покажу дальше, как на самом деле она переходит и чертит, скажем так, делит весь автомобиль пополам. Соответственно, она над сплиттером проходит здесь. Здесь она переходит вот в заводскую часть. Здесь у нас также есть вот это разделение. Линия. И она переходит сюда, в переднюю часть. И переходит также по всему основанию верхней части бампера. И если мы посмотрим сверху, у нас идея такая была сделать более вытянутую морду, не сделать ее тяжелой. Поэтому мы практически оставили углы бампера в своем месте, а переднюю часть вытянули. И у нас получилось такое два ребра по центру, которые сделали его более хищным. Во-первых, автомобиль стал длиннее, порядка 13 сантиметров. Это около 6 сантиметров передняя часть у него стала длиннее и около 7 сантиметров задняя часть. Он однозначно стал шире, так как мы расширили ему крылья, как уже говорили, да, с дизайнерской стороны. Они завышены порядка на сантиметр, на полтора, и шире стали на 2,5 сантиметра. Визуально это не сразу легко определить, но специалист, который понимает Porsche и знает, что это за автомобиль, сразу поймет. Во-первых, эти все линии абсолютно новые. Даже эта грань, то есть ее на заводе нету.
Здесь есть маленькое ребро на заводе, и все, в принципе, больше здесь ничего нет. Здесь есть воздухозаборник, который задние кулеры охлаждает, то есть его конкретно видно, и все. Все остальное — это новая деталь, она была срочена с кузовом, и визуально кажется, как будто это все заводское. То есть оно начинается от задней части и заканчивается в самой передней части возле порога. То есть по факту это новый порог с расширением полноценным. Здесь у него сплиттер, то есть это тоже как аэродинамический элемент, плюс дизайнерское решение расширить нижнюю часть автомобиля. И также аэродинамический элемент, который он съемный на переднем крыле, вот если посмотришь, именно вот этот элемент. То есть он крепится как к нижней части, так и к крылу. Крыло полностью новое, так же как у него новый передний бампер, у него новый капот. Передний бампер состоит из многих частей, то есть это они как аэродинамические, это вот такие сплиттеры, они все воздушные, пропускают воздух. Точно так же здесь дополнительный заход воздуха. У него очень объемные большие воздухозаборники, как центральные, так и боковые. Соответственно, в сплиттере, это нижняя часть бампера, они раздельные сами по себе, тоже очень большой объем воздуха там поступает. То есть воздушного голодания вообще нет, и радиаторы всегда получают большой объем воздуха. А что сзади сделали? Во-первых, это полноценно новый бампер. Вот он точно так же состоит, как из аэродинамических элементов. Это такие же сплиттеры, как и спереди. Декоративных вставок, они разряжают немного его. И, соответственно, аэродинамический диффузор, у него точно так же есть выход воздуха, как в центральной его части, это воздухозаборники, так и нижние, у него есть дефлекторы, откуда именно выходит весь воздух, который идет с потока снизу. Какие-то доработки еще потребуются в дальнейшем? Да, мы создали общую концепцию, общий дизайн, но также есть здесь очень множество различных элементов, которые мы немного доработаем. В основном это будет передняя часть, соответственно, передний бампер. У него будут добавляться, в принципе, я уже говорил, у него будут добавляться аэродинамические элементы в воздухозаборники. Это боковые воздухозаборники и центральный воздухозаборник. Также, возможно, будет дополнение по освещению. Но это все в будущем, мы в любом случае все это покажем. Ребята, спасибо вам большое за проект, за то, что вы столько всего рассказали, поделились. Формакар приготовил специальные сувениры для вас, это вам. Спасибо. Я желаю вам удачи. Спасибо. И новых мощных проектов.